Итак, да, сегодня готовим быстрое пирожное или быстрый пирог шоколадный из журнала. Этот рецепт, не знаю, чем-то мне приглянулся, наверное, своей простотой, незамысловатостью продуктов. И давайте приступим к приготовлению. Вот здесь в миске у меня уже 2 яйца. Высыпаем стакан сахара 250 мл и хорошенько все взбиваем. Да, забыла сказать, раз у нас пирог быстрый, то духовка у меня уже разогревается. Все, яйца с сахаром взбили. Теперь вливаем сюда 200 мл йогурта без всяких добавок, обычного белого йогурта. 200 мл растительного масла. Я беру оливковое. Можно брать обычное. Беру оливковое по той причине, что как-то осенью я пекла пирог с виноградом от Джейми Оливера. И там в тесто входило вот оливковое масло. Мне до того понравилась структура пирога вот на оливковом масле. Поэтому решила, здесь не указано, какое нужно брать. Я решила взять оливковое. Размешаем. Еще интересно, в состав входит не шоколад, не какао, а идет вот такой вот шоколадный пудинг. Один пакетик 45 грамм. Один пакетик разрыхлителя 10 грамм. Буду все просеивать, чтобы не было комочков никаких. Вот видите, сколько комочков остается. И муки 250 грамм. Я специально ее измерила на весах и потом высыпала вот в эту мерную чашку, чтобы посмотреть, сколько это в миллилитрах. Это 400 миллилитров. Так, мука у меня уже просеянная. Поэтому добавляю так. Вот и все ингредиенты. Теперь нужно размешать тесто до однородности. Так, все достаточно. Вот такое у нас тесто не сильно густое, не сильно жидкое получилось. Еще пару раз лопаткой перемешаю, чтобы вдруг где-то внизу не осталась мука не промешанная. И все, берем форму. Форма у меня вот такая вот. Я ее смазала маргарином. И в рецепте еще рекомендуется присыпать форму мукой. Ну что ж, сделаем и так. Возьму муку, маленькая ситечка. Остатки вытряхну в раковину. Как бы постукивая вот так по форме, ну у вас замечательно все распределится, равномерно мука по форме. Выливаем тесто. Вот столько теста, где-то чуть меньше половины формы. Я люблю немножечко стукнуть формой, чтобы она равномерно распределилась. И отправляем разогретую на 180 градусов в духовку на 40 минут приблизительно. Но будем смотреть, конечно же. Вот такой вот пирожок. Выпекался он у меня ровно 40 минут. Палочка сухая. Достаточно. Теперь подождем, пока он остынет. И разрежем, посмотрим, что там внутри.
Итак, вернемся к нашему пирогу. Он остыл уже. Хочу его достать. Такой вот он не сильно высокий получается. Можно по желанию немного сахарной пудры. Мне где-то надо здесь парочку ложечек присыпать. Так, присыпали пудрой, ну и давайте же, наконец, разрежем, посмотрим, что там внутри. Вот такой вот он, пушистенький, не сильно сухой, немножечко такой влажноватый или сочный, как можно сказать. Шоколадное пирожное или пирог. Давайте попробуем. Достаточно вкусный, в меру сладкий, не приторный. Не знаю, что еще сказать. Попробуйте и сами узнаете. Всем желаю приятного аппетита, приятного кофе, чая, питья. Всем до скорой встречи.